Квест даже не Не, ну, берите, мы его в квест, да, Гере. квест делать не будем. В Гере не делаем. Мульфицы станчит, нихуясь. А чё, вы обычно не сделали, что ли? Да делали. Просто два квеста. Ой-ой-ой. Он прям в рейд идет. Он же взорвет сейчас всех. Осторожно, отойдите. Намного меньше хп. Да, конечно. Ебать, ну ты представь, там было. Сколько там было? Ну там 100 лямов было. Ну когда вы первый раз пришли, да? Да. Это вообще пиздец было, нахуй. Сейчас она, ну, очень легкая. Ну, самое сложное на этом боссе это духи. Ну и, конечно, контроль. Контроль это очень жесткая хуйня. А милики шотуют, когда под контроль попадают. Да. А молитву защиты от темной магии почему? Да. Так сейчас в ДБМ там автоматическое оружие снимается даже, когда ты в контроле. Да. Ну ладно, давайте теперь объяснять, что здесь и как. От обычки отличие. Ну, помимо урона, помимо ХП. И помимо того, что духи взрываются вокруг, площадь примерно взрыва, примерно как вот если бы я тут в центре стоял, да? Вот если бы я тут стоял, то взрыв вас будет задевать аж вот тут. То есть 20 метров. А вот если только вот тут вы будете стоять, еще не заденет. То есть площадь взрыва очень огромная. Взрыв происходит тогда, когда один из трех духов доходит до игрока, на которого он идет. Он идет... Он не меняет цель, он идет на того игрока, на которого выбрал. Вот как он появился, из леди вылетел такой. Он выбирает игрока. Нигде это не пишется. Это надо увидеть глазами, что он идет. Когда духи летят, вообще надо всем двигаться. И как только ты понял, что дух не на тебя идет, тогда уже можешь спокойно бить. Но если дух на тебя идет, ты вот такой бежишь от него, он поворачивает ебало прямо за тобой и бежит за тобой, то надо бежать. Потому что если он дойдет, нанесет вам автоатаку, она может в абсорб уйти, может ударить вас. Ну там запишется или не запишется в рекаунт, или в какой-то аддон, это не важно. Но суть в том, что вы взорвете его. Он взорвется и нанесет восклицательный знак. 30 тысяч урона. 30 тысяч. Это ваншот. Это не прохиливается эта хуйня. Помимо того, что тут обычные стрелы мгновенные от леди пол хп сносят по 15 тысяч. Так что, ну и лужа, соответственно, тикает очень сильно. Зеленая вот эта. С нее тоже не надо спать. Лужа появилась, надо съебывать оттуда. Значит, это на второй фазе эти духи. Значит, дальше. Еще босс не таунтится, как в обычке. То есть, он также вешает эту хуйню. Стаки, которые агро снижают. Два танка на боссе, это я и Савилаши. Первые на пулы
на Войда. Как только мана кончается, первые напулы на Войда даются. Дальше, как только этот самый усиление руника оставь там на... Когда надо будет забирать. Короче, тебе надо будет находиться постоянно на второй строчке. Ну, если переагришь ЛПшками, там ничего страшного. Вот когда на мне начнутся стаки, и босс переключится на тебя, то сразу напулы дается на Эвилашу. Напулы даются именно в момент переключения на того танка, на котором нет стаков. Вот, это самое важное. Если будете напулы давать в тот момент, когда на танке стаки, то ну, это особо ничего не даст. Ну и вары. Не знаю, вот Малефицист точно должен шарить. У варов есть такая способность вмешательства. Если Омен у вас есть, Святос, Малефицист, на стресс. Смотрите, если какие-то маги, Локи будут догонять. Ну, Локи они скинуть могут. Если маги какие-то будут догонять по агро ДКшников, танков, из них, сделайте в них вмешательство. Теперь по трэшу. Трэша, как обычно, выходит 7 мобов. На второй фазе будет по 3 моба выходить. Рарник будешь со стороны кружка. Вот. Так, вторая, четвертая справа. Бьете первая, третья слева. Что там на стресс? Смотрите, Малефицист на стресс. Это самое. Не сорвите мобов, короче. В первую очередь бейте приверженцев. И сильно вихрь не давайте рядом с фанатиками, не убедившись, что на них нет агра там. Потому что мы у них пару ЛПшек дали. Тут фанатик всего один выходит. Подожди, или два, блять. А, тут два фанатика. Да, точно, тут два фанатика. В общем, вот тут центральный моб, который выходит вот здесь слева в центре. Его в первую очередь шотайте. Соответственно, РДД и Милики, которая вторая, четвертая пати. Тут наоборот, с кружка выходит фанатик, и его в конце добьете. А слева и справа выходят приверженцы. Это мобы, которые на себя щиты вешают. Их двоих в первую очередь надо шотнуть. Ну и этот с лестницы, значит, моба будет... А, я буду грипать с лестницы. И Вилаша так же, как обычно, ближние два к леди. А у меня вот этот с лестницы и крайний. Так. Самое главное, что вы бьете и босса, и бежите бить трэш. Самое главное, убить трэш быстро, чтобы ну, не превращались они там в мобы эти. Потом на второй фазе. На второй фазе самое главное это духи. Ну, аддон поставили там. А маны столько же у нее или меньше было? Столько же. Самое главное, это самое... На второй фазе, когда будете, духи появляются каждые 10 секунд. Я, в принципе, попробую говорить там, духи побежали, блядь. Но вы имейте в виду, вы сами должны эту хуйню отслеживать. То есть из босса вылетают такие хуйни, и они падают на пол рядом с игроками. Вы эту увидели хуйню, сразу начинаете двигаться. Если далеко от вас, метров 20-30, вы спокойно бьете. Милики вообще на стороже будьте. Вас дохуя миликов. Вам и босса надо бить, и это самое. И этот... И не хлопнуть духа. И танки тоже могут хлопнуть. Поэтому чуть что, Вилаша, Войд и остальные милики, похуй на босса, отбегайте от духа. Потому что дух через босса идет, ему похую. Ну и контроль. Синтек, тебе придется тут не сладко. Значит, контроль вешает 3 метки на людей. Квадрат, треугольник и луна. Все квадраты контролит Вадикон. Все треугольники контролит Синтек. Вот. Совет вам дам. Если у вас стоит Вуду, я с собой так контролил, сделайте макрос. Таргет равно маусовер. И этот вихрь. Смерч. И прямо, когда вот люди еще не превратились, Вуду уже отображается, на них метка вешается. И там секунда буквально превращения проходит. И в этот момент вы уже можете спамить вихрь. Вот. Ну и, соответственно, если это какой-то жесткий милик, там, ретрик, рога, там,
Или шипы, который может шотнуть с одной тычки. Метки там. Квадрат, треугольник и луна. Я луна, да? Ты синтек треугольник. Вадикон квадрат. Треугольник. Там как хотите, блин, мне как бы похуй, но главное, чтобы это было контроль. Две метки стопудово, вихри должны быть. Ну и третья метка, все луны, имейте в виду, это для рейда. То есть овца, этот, превращение этой хуйни, как оно, в жабу шамановская, блядь, стан паладиновский, вся хуйня, весь контроль должен быть на человеке. Корни там какие-нибудь, я хуй знает, ослепление роговское, фирваровский. Вся хуйня, потому что вас убьет. Ну и человека этого нельзя убить. Потому что на нем вихря не будет. Вы его можете разъебать просто. Все, то есть две основные вещи на этом боссе. Это сливать трэш. Контролить людей, не убивать их. У нас БР. Проклятие там какие-то еще там дисплеят есть? Проклятие дисплеят. Вон два... Кстати, Акиса у нас. Ладно, похуй. Снимаем. Будьте в хилах. Черный. Войт. Защита от тьмы только. Этот, Акиса, похуй, пускай в хиле будет. Пускай 6 хилов будет. Престобав-то снимаем, престовский этот. Защита от тьмы только. Снимаем. Молитва от темной магии, так? Да. И ауру убираем. Хотя и лапка тоже это пиздец как. Не, ауру уберите. Лапку не надо, пускай будет. А почему? Объясните, пожалуйста. Чтобы контролить. Чтобы зафиряли. Что, игрок будет у нас темная сущность. Сопротов, чтоб не было. Нихуя. Ну давайте попробуем. Вот если у меня меткости нет, я попаду смерчем. Помню, я в десятку ходила, там миссил, по-моему. Ну, будешь миссить, но хули поделать, еще раз кастовать. Ну ладно. Корни на себя кинешь. А, попробуем, посмотрим, что будет. Тут будет по отчету пул. Через 10 секунд после пула там или через 5 будет трэш, если что. Так что готовьтесь сразу бить. Даю отчет. 4, 3, 2, 1. Первая группа где? Лево, право? Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Контроль. Скоро трэш. На то почём. Ложитесь. Плоти, мой верный слуга.
что привело тебя сюда? Короче, маги, у вас есть же World и два носка этот, антимагия. Вот когда с лестницы выходит моб, вот здесь, если это приверженец. Стойте вот примерно вот на этом ковре, чтобы он в эту сторону шел. И по очереди кидайте на него антимагию, когда он начинает каст. Ну, какой-нибудь скилл, чтобы он на вас начинал идти. Потому что он когда застревает, там на него хуй все кладут, никто не бьет. Этот моб вместе с центральным мобом, который здесь у нас с Вилашей выходит, это моб в приоритете. Его надо зергать первым. Имейте в виду все остальные тоже мультидоты эти там. Локи, чтоб все проклятия на нем были. Он должен умирать, этот моб, а не вешать на себя щит. Справа в кружке их вообще два этих моба. Там роги, история, допустим, левого, топа правого, пинки им, чтобы они первые косты не давали. Дальше уже через станы и разъебывать их. Ну и агрони сравните там. Я случайно нажал нет. Даю отчет. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Если фалатик, то заебись. Трэш. 2 секунды. Трэш. Трэш, помогайте там, когда с той стороны добили. Трэш.
Шамана не убить. Трэш. Можно упасть. Ложитесь. Короче, это самое главное. Блять, а есть у кого-нибудь друид? Ни у кого друида нету, да? Еще один? Угу. Потому что если на первой фазе у нас будет по минус 5, нахуй мы просто, ну, тут нехуй сидеть. Ну а если шамана на жабы посадить? Да не, не прокатит? Фереть можно. Вон два приста, локи, магии шиповать. Можно дохуя законтролить. Да не, прокатит как бы. По очереди кидать. Ну давай этот. Допустим, призан первый, киса второй и бидон третий. В принципе, они даже вдвоем могут чередоваться. По-моему, контроль там каждую минуту. Да, да там блоки же без КД страх могут кидать. Как ты? А, ну без КД, да. Но страх может быть антифира. Да и это проклятие рога тоже кош нажмет и все. Кош главное перед контролем сливать. Просто фир можно только в одного кинуть. Если на второго, то с первого спадет. Короче, чередуйтесь. Призан первый, акиса второй. По контролям. Луна ваша. Дайте шкаф. А, вон стоит. Просто поймите себе, если падают на второй фазе, на первой фазе люди, это все, это пиздец. Так не убить. А если на второй фазе, там просто от духов бегаешь и все. Если рыбу ешь.
Защиту от темной тогда не снимаем, да? Защиту от тьмы не бафайте. Присты. Уши бафнуто. Снимать, да, всем? Да. Отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Маги, там сбейте каст приверженцу с лестницы. Я понял. Бабу. Трэш, 3 секунды, готовимся. Вот убили справа, слева помогайте. Контроль, контроль, контроль. Ты не в силах противиться моей воле. Сейчас будут эти мобы и контроль надо будет. Сперва контроль, потом мобы бить. Сзади приверженец. Контроль, сейчас контроль надо. Сперва контроль будет сейчас тоже. Трэш. Не, первый пресс. 5 секунд контроль. Который пошел. Ну, ёперный театр. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Чё, рожку не снимают? Наверное. Две секунды контроль. Контроль пошел. Трэш, бейте, трэш. Лужа.
Контроль 5 секунд. Пошел контроль. Как историю били. Морфицис, а что ты босса не бьешь? Стоп, он страж на он рейд шотает. Я только Никита! Ну так рывки у вара зачем? Пошел контроль. Потом обратно на чампишку. Ну, рывки есть же у вара. Три рывка. Трэш, трэш, трэш. Два моба еще. За шум, мы у беса убили, бля. Смотри, Сперва мы тогда добили 4 контроль. Секунды до следующего. Не со мной. Нихера, присых, потом контроль сразу же. Контроль пошел. Я вот доты, блядь, на контролищик вешать, я не понимаю. Путают, наверное, с этим NPC. Маг только что от дот умер. Сейчас последний трэш, и будем переводить. Это, скорее всего, дестриковая дотка. Последний трэш, и по боссу переводим. А, контроль. Привержен сзади. Там мой лук хуярит во все. Я не понимаю, вы что, комментаторы или что? Босса переводим. Пять секунд, 600 тысяч, 2 секунды, 300 тысяч. Вышел трэш. Ложимся. Ладно, смотрите, если вы думаете, что можно стоять возле трэша и не бить босса, то надо по-другому играть.
Ой, блять, хуй знает нахуй. Еще до второй не дошли. Это залупа ебаная, так хуй когда дойдем. Типа, блядь, ну смотри, если дрожь внутри, у нас с нашей стороны. Я ничего тебе не хочу сказать, но ты либо недавно играешь, либо не хочешь играть. Просто. Смотри, объясняю Завара. Вот у тебя есть вмешательство, раз, рывок, два. И третий это перехват. Три рывка. Рывок не в счет. Рывок не работает в бою. Алло. Вот, вот. Значит, перехват и вмешательство у тебя есть. Просто посмотри, урон. Вмешательство ты. Фанатикам. Не, не, вмешательство. Ну и что, вот. Урон по фанатикам, а по боссу. Просто в нашей стороне, когда умирают фанатики, остается ровно 4 секунды до выхода следующих. Это все вот, заебись. Это я все сделаю охуенно. Но босса, чаш, но босса мы не переводим. Мы просто его не переводим. По боссу и обратно. Ну, надо их делать, эти тычки. Вместо того, чтобы стоять, надо делать. Войт, можешь поближе танком подводить к леди, чтобы они делали там вот эти свои чаржи. Чуть поближе. Не прям в упор, ну прям чуть поближе. Тут уебищные нахуй Близзарды придумали вот эти столбы ебаные. Так бы вообще стоять возле леди и заливать всю эту хуйню ЛЕшкой. Но проблема в том, что эти пидоры, приверженцы, им надо косты сбивать, чтобы они ходили нахуй. Иначе они не ходят нахуй. Они как дауны стоят нахуй и кастуют на 100 километров. А фанатики, сука, у них клиф есть нахуй. И еще если их не бить долго, те пидоры вешают на себя баф нахуй, который надо диспелить. Но если это диспелить нахуй, будет потеря 1 000 000 ДПСа, блять. И за этот баф они отхиливаются, нахуй. Вот и считай, как тут убивать. Приверженца может быть либо три. Три их всегда. Два с одной стороны, один с другой. И может с лестницы быть либо приверженец, либо фанатик. Вот и думай. Снимать. Можешь баф. С печеньки одного игрока убрать. Или двоих. Потом, короче, давайте так. Уже здесь печеньки быстро убивают. Этот баф на отхил, он просто магом пиздится и все. Вот я пизжу магом, когда играю, я снимаю. Он да. Подсвечивается и все, его было забирает. Бы заебись. Короче, сводим трэш. Треугольник. Центр. Рарник твой моб. Приверженец из звездочки. Так. С ромбика. Надо, короче, у кого сало есть? У сбив коста, у шамана есть, у мага. Короче, мне похуй. С ромбика будет, если приверженец идти, три мага. Ваша задача сбить, сдать ему антимагию. Еще призм подключайся сюда. Дать антимагию. Короче, сбить косты, чтобы он шел к нам. В треугольник. Ну а мы с тобой, Эвилаша, теперь будем со стороны кружка. Мой моб приверженец с квадрата. Твой моб с луны. Когда они выходят, гриппаем их в этот в треугольник. Арарник своего моба. Ну тоже поближе. Тоже, да, этот тарелкой. И подводишь его к треугольнику. Короче, я не знаю, если их не сводить, не заливать, то нихуя не получится. И бить мобов и босса надо всем.
задотали, там, чаржнулись и пошли бить босса. Иначе мы его хуй переведем. Что, без рыбы? Вроде ставил. Бля. Не, это залупа. Они не видят друг друга. У тебя мисс был, да, Синтек? Ложимся, да? Ну, конечно. Да. Потом, короче, блядь, все подохли. Я его сначала... надо было к нему подойти, потом я, короче, нажал. Я, в принципе, почти не хил, я могу в сову спекнуться, там у меня, типа, меткость 100% есть. И буду еще урон наносить. Вот как мы первый раз сбили, только в левую группу, кто слева бьет мобов, нужно там 1-2 ДД, РДД добавить, попробовать. Потому что нам просто дамага не хватало. Войд, что думаешь? Надо разок хотя бы попробую так. Там уже видно будет. Вообще, да, тут хилов много не надо. Ну вот, я спекнусь, у меня и меткость будет, и... Не знаю, дамажить будет чуть. Ты спекайся, еще киса в ДД спекайся. Четыре хила будете. Мир тебе. Короче, давай немножко сместимся, блядь. Лучше два гриппа сделаем моба с лестницы. Рейд, короче, в районе звездочки стоит. Плюс-минус. Потом, значит, мы с Эвилашей. Мы с Эвилашей мобов будем держать в кружке.
Так, теперь надо как-то разделить. Отмените этот, блядь. Темной магии. Зачем я бафнул? Короче, все милики, энхи, милики, все вары, роги, бьете трэш в кружке. Даете на пул, бьете трэш в кружке. Там два фанатика. Их напуливаете. Ну, на Эвилашу, допустим, напуливаете. Станы там всю хуйню давайте в роги по фанатикам, чтобы они не кливали. С лестницы буду я гриппать, моба. А в звездочке все заливайте трэш-РДДшники. Все локи, маги, шипы и сова. Вот там темно бафать. Там рарник будет. Где я буду? Ты со стороны звездочки. Старайся... Как выйдут мобы, короче, вот эти два приверженца. Ну вот, допустим, выходит здесь моб. Ты такой вот тут стоишь. Нажал какую-нибудь хуйню там, или лужу на него нажал, и бежишь сюда. Он побежит на тебя. И на этого пидора нажал, допустим, таунт, и спрятался сюда. Потом эти три пидора втроем к тебе подходят. И ты даешь тарелку на них. Если получится на троих, там, ну, главное, что на приверженцев. И на них сало, когда повешается, ты их уже отводишь, ну, максимум, сколько они отойдут сюда. А потом уже просто как встанут, так встанут. Там РДД заливают, в принципе, должны доставать. И до босса, и до трэша. Попробуем так. Ставлю рыбу. Там у босса будут тотемы, я так понимаю, эти акисовские или призановские возле босса. Ты делай этот вмешательство, вот убил трэш, малефицис, святос на стресс. Делайте вмешательство, там недолго. Нажимаешь стойку, вмешательство, на единичку поставьте. В тотем вмешательство и бейте босса. Стоять не надо, просто АФК. Надо босса быстрее переводить. Не за 10 трэшей, а за 3-4-5 хотя бы. Что-то я не помню, чтобы в тотемы можно было. Можно, можно. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Педрила ебаная, сука. Еще бы миллион километров, еще в Далран бы стрелял, нахуй. Пиздец, так бесит этот моб, нахуй. Ну вот, вся проблема в этом и есть, нахуй. Что если его не убить, он, если себя щиток повешает, его надо... Сбивать физухой. Да, заебись, охуенно, да? Мне тоже нравится. Не, давай как первый раз били, просто одного игрока с печеньки уберешь, когда было. Вот. Ты сейчас звездочка. Да, я вижу, как там два приверженца живых стоят. Нет, я имею в виду, те, как вот первый пул был, первый, второй, третий пул. Просто одного игрока уберешь от нас и все. Короче, нам наоборот надо... блять. Просто у нас был у нас первая, третья пати, а у нас в первом пати просто три танка. То есть мы просто не успевали убивать, и мы били... У нас три танка, и мы били еще с лестницы. Три ДД были в первой, в третьей пати. Мы просто тупо не успевали побивать. Два вара, два мага. А в том пати убивали, шли бы в босса. То есть проблема в этом вся была. То есть они в том, что вары там не чаржатся, не интервьюются. То есть такое. Ну, короче, вот когда первых
пулы были. Проблем, проблем до хуя. Ну, просто это не значит, что надо стоять и ничего не делать. Ну, у нас просто ДД не хватает в первой, в третьей пати. Три танка. Ну, нельзя там толпой стоять. Один хил был. Будем, мы друг друга убьем. Я сова контролил во время вызова. Там через 5 секунд. И получается два мага и два вара бьют. А если в контроль один попадает, остается 3 ДД вообще. Потому и не умирает справа, ну, в печеньке. И 10 ДД в звезде. Как бы, ну, понятно почему. В звезде они сразу умирают, а в печеньке никто. Типа, я сразу сказал, что у нас мы убиваем трэш, у нас остается 4 секунды до следующего трэша. Типа, куда там, блядь, чаржится, куда там бежать, смысл? То есть я только чаржил, трэш тут же вышел, я уже обратно чаржил. Какой смысл? Смысл есть. Чаржнуть ради того, чтобы чаржнуть. 4 секунды можно дохуя урона нанести. Короче, надо как-то сделать... С радиконом дайте кого-то нам в печеньку. Надо как-то наоборот сделать, чтобы приверженцы, которые со звезды выходили, сдыхали в первую очередь. Со звезды они умирали быстро, первые и вторые пулы. Я и смотрю, ну, первые и вторые пулы, а сейчас они не сдыхали. А потому что поменяли, вообще. Потому что миликов ты убрал в печеньку. У меня здесь роги убивали. Давай, короче, и... давай наоборот. Две роги и, как, короче, этого ретрика можно оставить, они расхуярят здесь все. Ты, короче, беги тогда в кружок, там два фанатика как раз. И один приверженец, ты его точно тарелкой попадешь. Вот, и в кружок подводишь. И в кружке заливают РДДшники. А в звездочке все милики. И, короче... С лестницы самое главное моб будет. Надо как-то его, короче, в звездочку привести. Ну а мы с тобой грипать будем в звездочку тогда Вилаша мобов. Я с ромбика, ты с треугольника. Приверженцев, чтобы их, ну, быстрее заливали. Фанатик там сам дойдет. А кто с лестницы будет... Если фанатик, надо будет как-то его нам стаунтить. А если приверженец, надо ему сбить каст, чтобы он шел к нам. У РДД, соответственно, у вас простая задача. В кружке только один приверженец. Его надо в первую очередь залить. Он с центра прям идет. А фанатики уже, ну, попозже, там, побочным уроном. У нас два на пулу во второй пати. Они зергают одного моба приверженца, который никак не шотнет никого. За это время уже огромно берется на двух фанатиках. Так что там на пул не надо. Ешь рыбу. Посмотрим, как будет. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Босс, идите, босс. О, вот это я хорошо сделал, нормально. Все. Контроль сейчас будет. Так и будем играть.
радикон, резкий звук, да? Сразу фулл баф по нему. Ну там педрило, блядь. Буря оружия не требует? Вы осознали бессмысленность своих действий? Требует. Ну, должен требовать урон от оружия 4 противника. Че, звук для всех убрал? Ну да, крутанулся 70к, въебал. Ложитесь. Мне, говорит, ДБМ не нужен. Качайте ДБМ. Делайте. У нас было еще так, у кого ДБМа не было, за 5 секунд снимали все. Ну, за 5 слишком дохуя. ДБМ минутное дело. И обрети истинную форму. Или макро списали там. Так это вайп просто. Самая хуйня в том, что нету третьего друида. Друид — это вообще решающая хуйня здесь. Потому что он, когда кидает смерч, он в смерче стоит спокойно себе. Да, его да. Не разъебут, блядь, и он никого не разъебет. Промахи идут по игроку, который в вихре. Это как бы сейф. У нас их всего лишь 100%, два этих вихря. 100% сейф. Ситуации, конечно, разных дохуя тут бывает, блядь. Так, по КД надеяться